общем, слушайте, я не могу успокоиться. Очень вкусный торт, который мы совершенно случайно купили. Вот буквально, говорю, на ходу купил мой муж. Я снимала первое видео. И оказывается, вот здесь вот была действительно маркировка. Просто оторвали раньше меня этот торт, распечатали. Оказывается, вот мы, да, жители города Клин, это наши соседи, производители, город Подольск. И вы знаете, в нашем городе, да, в Клину, скоро почти, ну, скажем так, в каждом магазине это и Дикси, и Перекресток, в общем, будут вот эти замечательные торта из, как говорится, города Подольска от наших соседей. Смотрите, в общем, оказывается, что я сделала? Извиняюсь еще раз, что я не порезала его, но все это, наверное, видели в первом видео, даже не буду повторяться. И упаковка у них очень красивая, видите? Я еще раз заранее прошу прощения, что я очень простуженная. И помните вот здесь то, что я увидела первый раз, и меня это заинтересовало. Я действительно позвонила по этому номеру телефона, мне ответили. Я уточнила, где, оказывается, они производят, просто я не видела вот эту упаковку, что оторвал мой муж с сыном. Мы просто, говорю, так ждали вкусненького какого-нибудь торта. Муж приехал, быстренько поставил и уехал. Ребенок, говорю, распечатал. Вот, посмотрите, это координаты. И вот такой замечательный телефон. Так что ожидайте в городе Клин от наших соседей из Подольска вот такие замечательные торта. Вот, в частности, сейчас мы можем купить вишня в шоколаде. Слушайте, я всем рекомендую. Очень вкусный торт. Ну, очень. Видите, мы даже не стали его культурно выкладывать с ребенком. Мы его едим на двоих. Видите, уже съедаем, отрезаем. Так что желаю всем приятного аппетита. Сейчас у нас в Подмосковье, извиняюсь, я очень простуженная. Замечательная, просто волшебная погода. Так что наслаждайтесь на свежем воздухе, чаепитием. Вот, скажем, вот таким приятным тортом от наших соседей.